Всем привет! С вами Эрик, и вы смотрите программу «Наука побеждать». Мы продолжаем разбираться в основах режима «Командный бой». И сегодня поговорим о средних танках. Средних танков не так много, как тяжелых. Но это не значит, что сделать правильный выбор легче. Кроме того, чтобы брать в свою команду СТ-шки, нужно понимать, для чего они вообще вам нужны. Многие командиры отлично справляются и без них, поэтому скажу так. Если вы из тех, кому нравится играть от нападения, то 1-2 СТ добавят вашей команде мобильности и привнесут в стандартный набор тактик разнообразия. Но это вовсе не обязательное условие для победы и не панацея от всех бед. Это просто альтернатива. Итак, допустим, мы решили взять в команду средний танк. Но какой же выбрать? Технические характеристики многих СТ 8 уровня схожи, тем не менее среди профессиональных игроков популярны всего три. Это Першинг, Объект 416 и Т-69. Танки очень разные, и сравнивать их сложно. Давайте разберемся в особенностях каждого, а заодно выясним, почему киберспортсмены используют именно эти боевые машины. А поможет мне в этом, как и в предыдущих выпусках, игрок команды Na'Vi Слайд. Начнем с самого популярного танка — М26 Першинг. Этот СТ чаще остальных используется в формате 7.42. Но почему? Средний урон в минуту непримечателен, на уровне большинства одноклассников, но хуже лидеров. Запас прочности — 1440 хп. Что ж, не так уж и плохо. Динамические характеристики хороши, но есть варианты поинтересней. По бронированию танк лучше многих, но не самый лучший. Так в чем же его секрет? Все просто. Хоть М26 на первый взгляд и не выделяется яркими преимуществами, зато и явных недостатков у него тоже нет. Огромным плюсом танка является лобовая броня башни. Конечно, по сухим цифрам этого не скажешь, но на практике все обстоит несколько иначе. Секрет в маске орудия. Благодаря ей соперники часто не пробивают башни Першинга даже голдовыми снарядами. Опытные игроки давно это знают и умело пользуются этим на городских картах и на картах со сложным рельефом. На них, кстати, раскрывается другой козырь танка — отличные углы вертикальной наводки. А еще у перша хороший обзор и быстрое сведение. Но кроме общедоступных цифр, есть вещь, о которой я, например, раньше не знал. Это стабилизация орудия на ходу. У Першинга она превосходная. Танк позволяет успешно стрелять по противникам даже в движении. Переварили? Тогда переходим к следующему танку. Объект 416. Этот советский стальной монстр появился не так давно и сразу же стал активно использоваться многими из профессиональных игроков в формате 7.42. Давайте посмотрим почему. Во-первых, у объекта самый большой среди СТ 8 уровня средний урон в минуту — 2400. Для сравнения, у ближайшего конкурента нет и 2000. За выстрел танк способен отнять у соперника до 400 единиц прочности. Это один из лучших показателей среди одноклассников. Динамические характеристики советского СТ тоже хороши. Особенно это касается его маневренности. Тут он просто вне конкуренции. Быстрый, юркий, а еще и низкий. Из-за этого соперники нередко по нему мажут. К тому же, благодаря небольшим размерам, 416-й обладает отличной маскировкой. А еще объекты, как и у Першинга, хорошая стабилизация орудия на ходу. Но не все так здорово. У танка есть и весомые минусы. Среди них слабая броня и малый запас прочности. Впрочем, даже это мелочи по сравнению с главным недостатком машины — углами вертикальной наводки. Еще и башня поворачивается всего на 150 градусов. Кстати, если кто-то все еще не заметил, она находится в задней части, соответственно, двигатель — в передней, поэтому танк нередко поджигает пробитием в лоб. В общем, Объект 416 — это танк, у которого есть масса плюсов и минусов. Имейте это в виду. Еще один популярный средний танк — Т-69. Неплохая динамика, хорошие углы вертикальной наводки и отличный обзор. По характеристикам аппарат во многом похож на Першинг, но применение совершенно иное. А все из-за барабана заряжания. В одном барабане 4 снаряда со средним уроном 240 хп. Но реализовать его не так-то просто. А все потому, что время перезарядки между выстрелами — 2 секунды, а время сведения — 2,9. Вот и приходится выбирать — свестись полностью, но потерять драгоценные секунды, или отстреляться максимально быстро, с большей вероятностью не пробить.
Время полной перезарядки барабана — 27 секунд. Это почти в два раза меньше, чем у французской тяжелой сотки. Это даже меньше, чем у 90-ка. Но не нужно сравнивать 69-ку с французским ЛТ. Это совершенно разные машины. Т-69 — не наглый разведчик, а скорее танк поддержки. По манере игры он напоминает французский тяж, а не ЛТ. Есть у нашего героя и существенный недостаток — плохая пробиваемость бронебойными снарядами. Из-за этого придется часто стрелять голдой, если, конечно, хотите выигрывать. Но и тут есть подвох. Голдовые снаряды у 69-ки кумулятивные. На первый взгляд это не критично. У объекта 416, к примеру, тоже кумулятивы, но у советского СТ пробитие 330 мм, а у американцев всего 250. Кто-то скажет, что у Першинга не намного больше, но давайте учитывать разницу между кумулятивными снарядами и подкалиберными. У кумулятивов проблемы с экранной броней, а ввиду того, что гусеницы тоже работают как экраны, часто бывает так. Стреляешь сопернику в каток, под приличным углом, а урон не проходит. Обидно, но к этому надо быть готовым. Кстати, напомню, на кумулятивах не работает правило нормализации. Тем, кто не знает, что это такое, рекомендую посмотреть занимательную механику. Там все изложено четко и понятно. Ссылку найдете в описании к этому видео. Ну а что же другие СТ? На бумаге вполне хороши Т-44, вторая Пантера, Центурион и даже китайцы. Ну, у советского СТ плохие углы вертикальной наводки и слабая башня. Пантере не хватает динамики. Разгоняется танк даже хуже, чем некоторые тяжи. У британца низкая скорость, маленький урон за выстрел и слишком большие габариты. Болезнь китайцев, углы вертикальной наводки, скорость сведения и точность орудий. В этом плане Type 59 несколько лучше своих собратьев, но этого мало, чтобы стать полноценным конкурентом тому же Першингу. В общем, регулярно выигрывать на такой технике в командных боях смогут лишь самые матерые танкисты. А новичкам я скажу вот что. Не стоит ставить эксперименты. Опытные игроки давно все протестировали, поэтому мне остается лишь повторить. Наиболее подходящие для командных боев средние танки — это М26 Першинг, Объект 416 и Т-69. Если вы берете в свою команду СТ, то берите что-то из этого. Первый сбалансирован и универсален. Последние два довольно специфичны и капризны, но тоже хороши. Реализовать все их достоинства сможет далеко не каждый игрок и далеко не каждый командир, имейте это в виду. Ну а если нет нужного СТ, возьмите один из тяжелых танков, о которых я говорил в прошлой передаче. Поверьте, толку будет больше. Не мучайте себя и свою команду поражениями, играя на неправильной технике. Но решать, конечно, вам. На этом, пожалуй, все. Пишите свои комментарии и пожелания, и тогда эта передача будет еще лучше и интересней. Кстати, мы получили огромное количество отзывов к выпуску про тяжелые танки. Поэтому в следующем выпуске мы вернемся к этой теме и разберем ее подробнее. Спасибо вам за внимание, с вами были Эрик и Powerslide, всем пока!